Итак, мы поспорили, сколько видов пива у нас есть. Слушай, Хрёндель, я офигею, а ты что, вообще не переживаешь? Чё, о чём не переживать, что случилось-то? Ну, Масяня там, записка это вообще все дела. Ну чё, даже там, если что-то совпало, блин, ничего же не случилось страшного. Ну, блин, на деньги, правда, попали немножко, но, в общем, как бы, живы все. Ты вообще до конца читал? Ты чё, Масяня, не пей это? Не видел? А чё? Нет. У тебя в бумажке, кстати, ничего не написано там на сегодня. Сейчас написано, не пей, козлёночком станешь. Такие дела. Может, и правда не стоит пить? Конечно, не стоит. Это же смесь спутника и новичка. Новомодный коктейль, исключительно на экспорт. Да ты чё? Разбесил меня, птеродактиль. Спувичок, туды вас качи. А вы чё, меня снимаете? Меня зовут Щеща. Работать как?